Сьогодні Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій зі сторони жінок. Тепер увага. У нас у студії сьогодні Дмитро Попов, кандидат психологічних наук. Пане Дмитро, вітаю. Добрий день. Так, ну що, тепер ми з вами по-справжньому, по-чоловічому поговоримо про такий важливий, як виявляється, нюанс, що жінки можуть також вчиняти насильницькі дії проти чоловіків. Давайте почнемо з того, що коли вчиняють насильницьку дію над чоловіком, позбавляють його власного простору, позбавляють можливості просто побути наодинці зі своїми думками. Наскільки це шкодить? Это достаточно сильный удар по мужской психике. Почему? Если барышни когда-либо читали книги, например, «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», так. Допустим, «Барбары де Анджелес» книги есть по специфике секретам мужчин и женщин, то эти авторы всегда говорят о том, что у мужчин есть такая своя комната виртуальная, куда он должен уйти и ни о чем не думать. Но в это время садится рядом барышня и обязательно: «О чем ты думаешь? О чем ты где? Ты что ты сейчас делаешь?» А женщина понять не может этого. Почему? Потому что у женщины пустых комнат нет. У них нет пустых коробочек. У них все коробочки взаимосвязаны между собой и постоянно все в переплетении. И да. Просто для женского понимания это не понятно. А мужчине это необходимо как подзарядка телефона. Барышні цього не розуміють, і це часто влечет к скандалам. Тобто, перший висновок, який ми можемо зробити, аби не робити чоловіку гірше, потрібно дозволяти побути в своїй такій берлозі, так сказати. Да, причому він в настоящем времени сидить, вот як ми з вами. Так. Да, просто він в своїх мислях. Ну, ви знаєте, я от зі свого власного досвіду згадую, і як так, це по-справжньому впливає, тому що тобі просто треба побути наодинці, подумати, тому що щось на роботі трапилось, де ще щось, тобі просто заважають. Да. Так, дівчата, цього робити не варто. Також давайте перейдемо до досить такої, напевно, глобальної теми, що стосується статевих відносин, маніпуляції із сексом. Просто є чоловіки, тип чоловіків, яким він необхідний. Я би сказав, этот тип займає 80% серед мужчин. Так, найбільш поширений. Да. А дівчата, в свою чергу, якщо чимось невдоволені, ні і все. Да. Як я розумію, це досить таки шкодить чоловіку. Більше всього по самолюбію б'є. Чому? Тому що, ну, якби, мужчини вважають, що вони роблять достатньо багато для того, щоб обезпечити жінку, обезпечити свого дитину, обезпечити жінку на період винашування, беременності, родів, кормлення. Но жінка відчуває свою власть. І, як практика показує моїх сімейних консультацій, що у жінок лібідо, влечення все-таки менше, ніж у мужчин. Мужчині секс більше потрібен. Ну, в детородный возраст. И при этом, естественно, у мужчин ответственность за секс меньше, а барышня понимает, что у нее еще секс имеет ответственность в виде беременности. Так. И поэтому женщина, видя, что эта власть работает, она действительно работает, и, например, если мужчина в чем-то провинился, например, не выполнил какую-то... Да, у меня голова болит, я сегодня не могу, у меня сегодня плохой день, я хочу отдохнуть, и все, и мужчина остается сам собой. Есть такая поговорка, я, правда, не сторонник ее, но есть такая поговорка, что уважаемые жены и партнерши, если у вас какие-то проблемы с сексом, то секс мужчина может найти где-то на стороне. Это классика життя. Да, и это будет потом гораздо хуже, чем был просто отказ. Я, безусловно, я не говорю о том, что надо, вот если мужчина захотел, все, надо вот все сделать, чтобы его удовлетворить. Нет, конечно же. Но, тем не менее, если у вас все в порядке, это чистая манипуляция, а это часто бывает, то, наверное, лучше придержать желание манипулировать, потому что это привлечет скандал. И, кстати, іноді це доходить до розводів. От якраз з цього приводу виникає таке запитання. От дійсно, згідно статистики, розводи досить таки часто саме на цій почві. А от якщо вберегти сімейну пару від розлучення, чи може така, наприклад, схема, якщо от чоловіку зараз це просто потрібно, а у жінки є певні причини, чому вона не хоче це. І якщо вона скаже: друже, от сьогодні, будь ласочка, ні, тому що ну от не можу. І нехай це не впливає на твою там самооцінку чи ще щось, от просто не можу, зрозумій. Звісно, паритетні договірні взаємовідносини по поводу
интимных вопросов, конечно же, они важны. Еще раз говорю, далеко не всегда барышня тоже готова к интиму, далеко не всегда. И мужчина, если это мужчина любящий, если это мужчина понимающий, и если, ну, поверьте, барышня, мужчина манипуляцию видит. И если он не видит манипуляционного подтекста, типа, я тебе отдамся, а у меня завтра шубка должна появиться, да, это одно. А если он видит ваше состояние, когда вы тоже пришли с работы, вы тоже устали, вас сегодня дети вывели так, что не до интима. Знаю, сам у меня 4 детей. Поэтому, да, конечно, мужчина любящий, мужчина понимающий, мужчина это поймет. Тобто, все ж таки, якщо ми кажемо про сімейні стосунки, ми не можемо відкинути важливість здорового діалогу між партнерами. Це в першу чергу. Діалог – це в першу чергу. Тобто, якщо я вас правильно розумію, спочатку чоловік та жінка повинні налаштувати між собою діалог, здоровий, нормальний діалог, і вже потім якби і не буде насильницьких дій. І тут я скажу дуже важливу і дуже цікаву річ. Уважаємо баришні, уважаємо мужчини, ссоры в период партнерских отношений, неважно, супружеские они или нет, это неизбежно. Почему? Так. Потому что мы два организма, которые воспитывались по-разному, которые имеют свой социальный опыт разный. Так. И в любом случае притирка, поверьте, у меня опыт моей семейной жизни уже 26 лет, поверьте, все 26 лет идет притирка на разных уровнях. Ну, понятно, что, конечно, первые 3-5 лет она была вообще жесткая, сейчас уже в меньшей степени, но тем не менее притирка идет. Поэтому, уважаемые любящие пары, конфликты неизбежны. Главное, чтобы вы понимали, и чтобы конфликт выводил вас на совместное обучение и совместную толерантность друг к другу. Тобто, все ж таки, скільки б ви не прожили разом у шлюбі, скільки б ви просто не позустрічалися, це постійна робота над стосунками. Да. І до цього треба бути готовим. Да, к сожалению, или к счастью, да. Так. Ну, хочеться повернутися, напевно, до, як це його називають, цукерково-букетний період, коли люди от один одного зустріли, там притерлися трішечки, так? А потім починається ось це зі сторони жінки, що я для тебе, друже, знаю, як буде краще. Причиняють радість і наносять ласки. Як бути в цій ситуації? Тому що чоловіки, от я навіть з власного досвіду, я розумію, що я інколи не можу сказати про те, що просто відстань від мене, тому що це твоє добре, не добре для мене. Просто, ну, окей. Але це ж потім накопичується і вливається у конфлікти. Однозначно. Здесь надо прежде всего понимать, что женщина очень творческая натура, в отличие от мужчин. И женщина постоянно стремится изменить окружающее пространство под себя. То есть, ну, да, у них творческое начало лучше развито, и они действительно меняют пространство под себя. Это касается не только стен, рюшечек, букетов, каких-то фенечек, связанных с интерьером. Но мужчина тоже входит в это число, и его тоже затачивают и меняют под себя. Это неизбежный процесс, и мужчины на это не должны обижаться, женщины таковы. Они вынуждены это делать, потому что их задача – это семейный очаг. Мужчина – часть семейного очага, не интерьер, а часть семейного очага. Но, тем не менее, иногда барышни, скажем так, узурпируют иногда власть в этом направлении и действительно причиняют добро. И, допустим, если у мужа гараж находится в доме, то барышня иногда позволяет себе заходить туда и делать там уборку по своему типу. Боронь Боже, це зробить. Вот. А потом мужчина заходит, а где моя дрель? А где моя болгарка? А оно там, где так. Решила женщина. Так. И вот такие уголки мужчине надо оставлять. Да, мужчина иногда это очень такое хаотически созданное существо, но это рабочий беспорядок. 100%. Да, это не какой-то там хлам. Поэтому, барышня, лучше не трогать. То есть вот есть его уголок, он в ваш уголок точно не сунется. То есть вот там, где шкафы с обувью, с пеньюарами, с платьями, туда мужчина вообще не сунется. Оставьте мужчине тоже хотя бы чуть-чуть. Причому я, напевно, зараз розумію, що це так. Я з власного досвіду знаю. У мене є просто речі, які потрібно, щоб вони тут лежали, і все. І не варто їх чіпати. І ми ж такі просто, по своїй натурі. Також хочеться уточнити, мені сподобалося, як ви сказали, що чоловік – це частина сімейного побуту, затишку. І як це
прийняти правильно? Тому що чоловіки, насправді, ну, з якими я стикався, з друзями, зі своїми, вони якось досить таки агресивно реагують. Типу, на другий тиждень стосунків, зубна щітка, розчоска, фен і все. І поїхало далі. Да. Типу, як... Захват території йдет, а чому би і ні? Причому з такою швидкістю, що, знаєте, вона вражає. Да, ну от подождите. У них є цілі свої, у женщин, так. У мужчин є цілі свої. Вони не завжди совпадають. Но в большинстве случаев, если дело заканчивается брачными отношениями, они таки начинают совпадать. Mm-hmm. Да, а вот то, что вы сказали, вот захват территории, да, но, простите, чем мы отличаемся от тех млекопитающих, которые постоянно это делают в лесу, постоянно что-то помечают, другими способами, mm-hmm. но тоже это делают. В нашем случае это более цивилизованно, зубная щетка, фен, это может быть появиться какой-то уголок с одеждой женщины в спальне. Это сигнал другой женщине, то, что, которая сюда зайдет, она увидит, что здесь уже территория помечена. Боже, як у них все складно іноді? Да, да. Женщина – это очень сложный организм. И, кстати, вы знаете, я часто слышу такое, что мужчина – это простейшее, то есть одноклеточное существо по сравнению с женщинами. Да, и, кстати, с какой-то точки зрения это правда, потому что действительно тот объем эмоций, который переваривает женщина, он непостижим для мужчины. Я не говорю, что этот объем эмоций, он нужен, но он существует. Так. И, да, и у женщин он присутствует. Надо просто принимать это как, ну, например, как цунами. Или, например, как землетрус. О, так. Я повністю довіряю тому, що ви кажете. Ну, я реально розумію, що просто кожен чоловік, який зараз дивиться інтерв'ю, він себе впізнає на 100%. А ще, коли починають характер міняти? Вот. Я оце, ви просто, знаєте, як кажуть, зняли просто з думки. Ось це. У стосунках часто можна спостерігати таке, що або чоловік намагається змінити жінку якось під себе, але в основному, ну давайте будемо чесними, жінки постійно намагаються змінити чоловіка на свою сторону, як їм буде корисніше. Просто тут є такі, мені здається, дві сторони медалі. Тому що з однієї сторони вона може чоловіку зробити і краще, тобто чоловік може бути більш успішним з цього приводу. Це правда. Це правда. А є ж гірша сторона, коли просто починають подавляти чоловіка. Ну, так називаємо каблук. Ну, по факту так. Да. Доброго ранку. Да. Я вам скажу, что мужчина в основном пытается менять женщину визуально. То есть это изменить лицо, нарастить определенные железы, да, там где-то подправить фигуру. Угу. И в редких случаях сейчас, слава богу, подавляющее большинство уже понимают, что эмансипация, она существует и никуда от нее не деться. Очень редкие мужчины пытаются загнать женщину на кухню и к памперсам ближе. Но это бывает еще, но это уже редкий случай. А вот женщина менять мужчину, это вот всегда. Это кардинально. Да, я вам скажу, что, например, я по себе это тоже знаю, когда приходишь и случайно сел посмотреть, допустим, футбол на диван. Коли в неї нема настрою. И даже если есть, то это рассматривается как человек, который без дела, которых дома всегда немерено, вот так. Сидит и просто тратит цинично общее время. Вот. И сначала это будет ходьба между мужчиной и экраном. Так. Потом оханье, аханье. Потом, ах, как мне тяжело, а ты сидишь и ничего не понимаешь. Крышка від кастрюли на кухне впаде. Вот, так да. Так же не чують сусіди. Да, и хорошо, что эта крышка не прилетит с кухни сюда. Так уж, такая траектория падения. Вот, но на самом деле женщина-мать, ну, по своей природе заложена, и женщина формирует характер того маленького комочка, который она сама на этот свет производит. И мужчины этого делать не умеют. И так рассудила природа. И поэтому женщина, формируя образ маленького человечка, а почему бы, собственно говоря, и большого человечка не попробовать изменить, так. Да? То есть чем они отличаются? Так. И в какой-то момент, особенно если касается женщин, у которых детки есть, мужчина тоже для нее является деткой, которого тоже надо воспитать. Так, и это також потрібно визнати чоловіка. Да. Да. Тобто, наскільки я розумію, просто коли ти от знаєш ось ці деталі, то якби і стосунки в іншому кольорі виходять. Да, ну, по крайней мере, є поняття, почему так. Не потому, що тебе унижають, не потому, що ти кажешся каким-то там мелким, огидним, там, или же одноклеточним. Ні, просто такова сущность женская. Это надо принять. Да, но есть еще один момент. Этот момент касается, когда женщина, кроме формирования качеств, начинает еще и узурпировать личное время мужчины.
Так, я до цього хочу буквально через 2 хвилинки повернутися. Так. Скажіть, будь ласка, напевно, майстер-клас ваш. Як бути в такій ситуації? Зараз абсолютно життєва ситуація. Ми можемо на ізі витратити 3 тисячі гривень на спідницю. Ну, тому що в мене вона повинна бути, як хочеш. Але ми не можемо витратити 400 гривень там, на деталь до гаражу. Да. Як знайти компроміс? Ви знаєте, в даному випадку компроміс практично не знаходиться, якщо є обмеження ресурсу. А воно часто є. Тому я завжди советую мужчинам в цьому плані делайте так, чтобы зарабатывали вы больше. Это не значит, что надо записаться на 8 работ и работать, начиная от кассира в сельпо и заканчивая таксистом так в один день. Так все равно винным будешь в этой да, ситуации. Да, надо просто искать себя, реализовывать, и, кстати, женщина должна в этом помогать, и реализовать себя как высокостатусного или специалиста, или менеджера, который будет получать достаточно денег. Но на самом деле, действительно, мужчине сложно понять, что существует, допустим, шкаф, в нем 34 платья, и платье одевалось всего один раз, оно уже дальше неинтересно. Так дай бог, чтобы один раз хотя бы вдохнуть было. И такое бывает, да. Но вот такова, да, женская сущность. А действительно, 400 гривен потратить там на набор сверел к дрели, хоть шось, так. Да, то это конечно, уже начинается ужас. Но в этом плане я всегда советую делать следующим образом. Все-таки, учитывая эмансипацию, учитывая то, что женщина дома не высиживает, женщина тоже должна себя реализовывать. Профессиональная самореализация женщины приводит тоже к увеличению семейного бюджета. И я вам скажу еще, когда женщина начинает зарабатывать сама деньги, и они даются ей нелегко, как обычно есть такое, кстати, правило, муж – это банкомат и водитель. Так. Да, но вот если женщина тоже зарабатывает, она все-таки цену денег понимает, и тогда вопрос юбки 48-й, он будет решаться уже совсем по-другому, вот у женщины понимает, что это стоит денег. Так, ну, я зрозумів схему, будемо, знаєте, впроваджувати в життя. Тепер давайте повернемося до питання, коли жінка узурпує час чоловіка. Наскільки це шкодить? Ну, ви знаєте, зовсім недавно, я дуже люблю свою супругу, я дуже люблю діток наших общих. Ну, от недавно ко мені супруга підходить і говорить: «Слушай, мені треба з тобою посоветуватися. Тебе через 30 хвилин треба їхати в епіцентр». То есть, да, вот такой совет, что мне надо ехать через 30 минут. То есть, подобные вещи, конечно, ну, у меня вызывают сначала улыбку умиления, потом они... Это же насколько профессионально треба подходить до питання. Да, но, ну, понятно, что есть какие-то временные рамки, есть график у мужчины свой, у меня, допустим, график очень серьезный, у меня пациент идет за пациентом, и сложно что-либо вообще иногда вклинить. То есть, надо планировать заранее. И вот здесь, уважаемые барышни, очень будет хорошо, если вы будете уважать время своих мужчин, особенно если оно для них стоит денег. Вот я понимаю, что если безработный мужчина, который лежит, почесывая пузо в майке и смотрит все подряд по телевизору, да, то с таким мужчиной, наверное, разговор может быть подобным планом. Но если мужчина действительно занят на работе, и тут ему ставится задача, что, извини, там, через какой-то короткий промежуток времени тебе надо быть на другом конце планеты, ну, это кроме отторжения и кроме неудовольствия, вряд ли что-то еще вызовет. Но это же в перспективе может спровоковать досить-таки жахливые наслідки. Конечно, конечно. Тобто все ж таки жінкам варто поважати час. И вы знаете, я столкнулся с чем? Вот те семейные пары, которые я консультирую, 90% женщин пытаются изменить личное время мужчин. 90% мужчин абсолютно не пытаются изменить время женщин. То есть для них заняты своими справами. Абсолютно правильно. Нам там нема чого робити. Абсолютно правильно. Так, зрозумів. Ви досить таки прикольно згадали от чоловіка такого, знаєте, образ ідеального чоловіка. В така маєчка з плямами буде лежати на дивані, дивитися телек. І ось чомусь за класикою жанру таких люблять, і він найкращий. А той, що працює на 3 роботах, то він ще якийсь не такий, тому що не заробив. В чому парадокс? Ви знаєте, здесь дуже багато составляючих. Я сталкивався з тим, що ви описали, і сталкивався совершенно з другим, коли вот этот маячний образ толстопузий, он превращається вообще в об'єкт уничтожения, причому женського, причому не тільки со стороны супруги, но и со стороны дочери, но и со стороны тещи. Теща вообще в первую очередь, да, ну, так тоже классика жанра. Но на самом деле, такой мужчина, честно, для меня, он тоже как позорник. Питание, да. Да,
да. То есть, как бы, неужели нет у мужчины качеств, которые позволят ему добыть своего мамонта? Да, причем в современном мире мамонты очень разнообразные. Их можно добывать как с ручкой, как с клавиатурой, так, собственно говоря, и с отбойным молотком. Иди себя и реализуй. То есть делай свое мужское дело, созидай этот мир. Делай мир лучше. И при этом еще что-то материальное в семью принесешь. Но бывают такие вот альфонсы, простите за такое слово, которые действительно сидят дома и, ну, образно говоря, меня покорми, меня причеши, меня помой, меня сексуально обслужи, и я буду вот тебя любить. Хорошим. Да, я буду хорошим. Конечно, рано или поздно, во-первых, заканчиваются все финансовые подушки, которые существуют. Олигархи так себя точно не ведут, как такой мужчина. А у таких мужчин, как правило, подушка заканчивается быстро, и потом начинаются конфликты, и очень жалко деток, которые остаются уже без пап, потому что пап выгоняют заслуженно, выгоняют из дома. Ну, так, тут я з вами абсолютно згоден. Один ще є, от у мене до вас ще два запитання. Перше, чи ось такий образ маячного чоловіка, це може бути проблема саме в дитинстві, тому що колись жіноча половина, там мама або бабуся, вони якось неправильно його виховали, не вистачало чоловічого. Да, і ви знаєте, це в 50-ті, це моя практика, да, то есть я не говорю, що це статистика мировая, но в 50-50, да, действительно, женское воспитание без папы, такое, к сожалению, бывает очень часто, да, к этому и приводит. Почему? Потому что тогда мальчик превращается, особенно если он один в семье, это объект для любви, объект для, ну, собственно говоря, царская персона, мажор. И вот неважно, при этом его материальное состояние неважно, он просто мажор в отношениях, к нему вот как к высшей персоне. И да, конечно, он будет это проецировать на отношения с супругой. То есть все-таки варто быть обережным, девчата, то зараз важливый момент. Да, историю надо, историю создание этой личности надо знать, потому что она будет влиять однозначно. И, кстати, это, в принципе, залог успешной работы любого психолога. Я, когда изучаю даже пару, я сначала изучаю, как каждая личность сформировалась. Это делается с помощью психологической тестов, психодиагностики, это делается с помощью бесед, изучения их прошлого. И вот это однозначно очень сильно влияет на то, что продуцирует и какие паттерны поведения у человека есть на самом деле. Что женщина, что мужчина. Дякую, що переглянули це інтерв'ю і правильно зробили, що підписалися на YouTube-канал «Правда тут», там багато чого корисного. А ще пишіть свої коментарі і даруйте нам свої вподобайки. А ми готові дарувати вам подарунки від продукції «Джеліус». Щоб отримати приз, потрібно бути нашим другом, дивитися прямі ефіри і виконувати умови. До зустрічі!